Бразильский орех – это экзотический плод с уникальным витаминно-минеральным составом. Плоды растения очень похожи на кокосы, однако вместо белой мякоти внутри находятся длинные продолговатые зерна в плотной кожуре, которые мы и называем бразильскими орехами. История бразильского ореха уходит корнями еще во времена индейцев, которые использовали его в народной медицине и очень ценили за его питательные свойства и приятный вкус. В их культуре бразильский орех носил название «божественного дара небес», поскольку он падал самостоятельно с большой высоты, которая была недоступна человеку. Бразильский орех – удивительно полезный продукт, имеющий в своем составе очень редкие и важные компоненты. Селен участвует во всех обменных процессах в организме, обеспечивает антиоксидантную защиту, укрепляет иммунитет. Магний оказывает положительное влияние на перистальтику кишечника и правильное желчеотделение. Способствует улучшению работы сердца и сосудов. Медь стимулирует усвоение белков и углеводов, участвует в обеспечении организма человека кислородом, улучшает обновление костных тканей, препятствует развитию дисплазии соединительной ткани. Фосфор принимает участие в энергетическом обмене, необходим для минерализации костей и зубов. Также влияет на работу мозга, отвечает за состояние костных тканей, регулирует кислотно-щелочной баланс, является профилактикой анорексии, анемии, рахита. Аргинин – аминокислота, способствующая свертываемости крови. Витамин В1 или тиамин необходим для нормального протекания большинства реакций в организме и недоступно к самостоятельному синтезу. Белки служат строительным материалом для клеток и тканей, формируют иммунитет, влияют на процесс усвоения организмом жиров, минеральных веществ и витаминов. Жиры выполняют пластическую, энергетическую и защитную функции организма. Цинк – важный минерал, участвующий в более чем в 300 процессах ферментации, влияет на синтез и распад углеводов, белков, жиров и нуклеиновых кислот. Поддерживает работу иммунной системы, улучшает функцию печени. Большое содержание этих питательных веществ и витаминов помогает быстрее выводить из организма токсины. Еще ускоряет метаболизм, повышает выносливость и восприимчивость к нагрузкам и способствует восстановлению после них. Помимо этого, клетчатка, которая содержится в орехах, улучшает обмен веществ и пищеварение. Уникальный бразильский орех особую пользу принесет подросткам. Он активирует синтез гормона роста, улучшает память и мыслительные процессы. Полезен продукт будет и спортсменам, так как повышает эффективность тренировок. Благодаря антиоксидантным свойствам, орех замедляет возрастные изменения и сводит к минимуму риск развития старческой деменции, болезней Паркинсона и Альцгеймера. К тому же он существенно понижает риск сердечно-сосудистых патологий, атеросклероза, тромбофлебита, анемии и сахарного диабета. Высокая концентрация жирных кислот и селена в бразильском орехе объясняет полезные свойства для женщин. Продукт затормаживает процессы старения и оказывает омолаживающее действие, улучшает состояние кожи, разглаживает ее, делает эластичной и упругой и устраняет высыпание. Также придает волосам пышность и шелковистость, укрепляет ногти, помогает бороться со стрессом и депрессиями. Повышенное содержание витамина Е в бразильских орехах обуславливает полезные свойства для мужчин, что благоприятно сказывается на репродуктивной функции. Несмотря на всю пользу бразильского ореха, он может нанести и вред организму человека. Орех содержит большое количество белка,
что при неумеренном употреблении может привести к большой нагрузке на почки. Бразильские орехи нельзя употреблять людям с аллергическими реакциями. Также не рекомендуется употреблять этот орех беременным и детям, поскольку это чревато развитием астмы и аллергии. При употреблении бразильского ореха необходимо следить за тем, чтобы в организм не попадала кожура плода, поскольку она содержит токсичное вещество афлатоксин, что может пагубно сказаться на состоянии печени и организма. Берегите себя и будьте здоровы!